Всем привет! И я хочу сегодня показать, что сделала моя мама. Это вот такая птица глухарь. Когда он разговаривает, он никого не слышит. И охотник может его поймать. Он очень красивый у мамы получился. У него брюшко изумрудное. И он вообще реалистичный. Под крылышками... Секретик. Сюда можно ложить какую-то миниатюру. Например, рюмочки. Вот так это выглядит. Даже здесь, даже под крылышком, даже рюмочку можно положить. А уже на бревнышке, то есть в дупле, типа тупла, можно положить какую-то бутылочку. Сам шампанским, ну или с водой. С водой. Он очень прикольный. И не только вот здесь у него белое на крылышке и на хвосте. Эту птицу можно подарить охотнику, который любит ловить птиц. О, это надо взять на охоту. В пакетик положить его. Потом, если захотел попить после охоты на птиц, если ты устал, достанешь, рюмочку отсюда достанешь и попьешь. Вы можете сделать вот такого стетерева, даже если вы не знаете, что такое фоамиран. У вас, конечно, получится это сделать, если вы будете внимательны и трудиться, конечно же. Я надеюсь, что у вас все получится и желаю вам приятного творчества. Пока! Пока-пока! И сам он... А сам он как настоящий. Эту фигурку можно подарить какому-то охотнику. Папа, можно подарить какому-то охотнику, да? Это талисман. Талисман с рюмочками. Угу. И шампанским. Скажешь. Да у вас, конечно, получится это сделать. По-любому.